Евгений Владимирович Ткаченко, член Александровского отделения Всероссийского общества глухих. Окончил школу-интернат для глухих детей, затем Пятигорское медучилище, получил диплом зубного техника. Сейчас трудится рабочим в Александровской школе-интернате. Позитивный, энергичный, не привыкший пасовать перед трудностями, строгий и справедливый отец двоих сыновей, хозяин теплого и гостеприимного дома. Талантливый мастер, человек увлеченный, для которого любой подручный материал – источник вдохновения. Творческий человек, он видит многое, чего не видят другие. Идешь по улице не спеша, и вдруг на земле валяется ветка. Для кого-то это просто палка, а для Евгения – кладовая для фантазии и игры воображения. Он добавляет к этому свои золотые умелые руки, и мы замираем от восхищения. Оригинальное панно с подсветкой, светильники в виде миниатюрных садов с водопадами, домики для фей, эльфов и гномов, цветущие ветви, фоторамки, сувениры, сказочные избушки во дворе. Поистине чудеса своими руками.